Добрый день, добрый час. Еще раз, дорогие мои, мы сейчас уже в квартире, напоминаю, 1+1, фактически второй этаж, на первом этаже у нас коммерческая недвижимость. И мы уже в квартире. Дверь отличного качества, зацените. Дом уже достроили, квартира у нас даже полностью обставленная, но сдаем в эксплуатацию в начале 2022 года дом. Сразу при входе с левой стороны от меня у нас шкаф. Достаточно вместительный, поэтому сюда вы можете всю свою одежду, сумки и так далее поставить. С правой стороны ванная комната, душевая кабина, унитаз, сантехника, шкафчики. Все присутствует. Небольшой квадратный холл, очень симпатичное зеркало, шкура медведя. И давайте начнем обзор спальни. Напоминаю, 50 квадратных метров площадь этой квартиры. Второй фактически этаж. Оба расстояния до моря 1,5 километра. Сразу справа видим платяной шкаф вместительный, высокая, очень мягкая кровать, двуспальная, весь текстиль, все у нас присутствует. Напротив симпатичная квартира, шторы и балкон. Балкон небольшой, французский, окна выходят у нас на восток, а значит, что до обеда у вас всегда будет солнышко. Дальше поехали. На пасашок, как сказал оператор, оставили гостиную. Гостиная квадратная, полностью площадь квартиры 50 квадратов. Все, что мы в нашем видео видим, в стоимость у нас входит. Угловая кухня, то, что любят наши хозяйки. Холодильник новый, духовочка новая, стиральная машина новая. Сюда мы можем поставить микроволновку или сделать в туалетной нише какое-то другое приспособление. Здесь у нас посудомоечная машина, варочная поверхность. Газовая. Если хотите, можете поменять на электрическую. Все шкафы, все есть. И аспиратор или вытяжка. Прекрасная обеденная зона на 4 персоны. Как вы видите, вся у нас уже посуда в стоимость входит. Дальше, как обычно, мой любимый угловой диван. И вот эта вот счастливая женщина с золотыми слезами. Дорогие мои, диван раскладывается чуть-чуть. Вот эта секция. Вся квартира оформлена у нас в серо-золотой гамме. Два ковра, видим также симпатичных, и выход на балкон. Напоминаю, это у нас восточная сторона. Балкон не широкий, но просторный. Ой, мне еще шторы понравились. Вроде как и в современном стиле квартира сделана, и классика, очень красиво. Хочу отметить также качество стеклопакетов. Алюминиевые стеклопакеты отличного качества. За мной видим каменную отделку. Вот такой вот у нас балкон. Можно поставить небольшой стол, хотите сушилку. Это уже на ваше усмотрение. Находится эта квартира повыше, чем на втором фактическом этаже, потому что первый – это коммерческая недвижимость, это высоко. Здесь недалеко, дорогие мои, находится Мигрос, находится ВИП, находятся самые-самые фешенебельные модные кафе, находится также колледж ТЭТ и новая государственная больница. До магазина Метро и Аланиум пешочком за 10 минут дойдете. Встречаемся внизу для подведения итогов. Итак, дорогие мои, мы внизу, чтобы подвести с вами итоги. Сегодня мы снимали с вами квартиру Верхней Оби по многочисленным просьбам наших клиентов и в будущем владельцев недвижимости Верхней Оби, наша любимая обушка, как говорят наши покупатели. Итак, мы находимся в Верхней Оби, расстояние 1,5 километра до Средиземного моря. Комплекс состоит из одного блока, уже готов, но с документацией совсем-совсем, полностью с готовой инфраструктурой. Он будет сдан в эксплуатацию в начале 2022 года. Комплекс находится на турецком первом, но на фактическом втором этаже. Окна выходят на восток. Стоимость предложения 59 тысяч 500 евро. Это 1+1. Очень удобная планировочка с коридорчиком, с угловой кухней, с угловым диваном и с балконом на две комнаты. 59 тысяч 500 евро, 50 квадратов у нас площадь этой квартиры. Так, дорогие мои, вот наша инфраструктура. Это открытая парковочка. Кстати, предостаточно места на 5-6 машин. Это детская площадка, за мной видим. Это зона барбекю. Это будет обязательно здесь генератор. Очень понравился вход в
подъезд, без пандуса, без ступенек. Очень удобно для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями. А также имеется лифт. На сегодня все. 1+1 59 500. Татьяна Пикея, Арбатхомс. Пока-пока.